Недавно я лазил по радиоэлектронной свалке, и мне попался вот такой замечательный экземпляр. Представляете, даже все КН целые, да и вообще сам аппарат в очень хорошем состоянии. Я решил не разбирать, а все-таки запустить этот советский ЭВМ, прикрутив к нему уже современные средства ввода-вывода. Что из всего этого получилось, ты и увидишь в сегодняшнем видео. Иногда хочется полазить по каким-нибудь заброшкам, радиоэлектронным свалкам наконец. И вы неоднократно уже видели в моих видео, где я находил очень неплохо советских радиодеталей. В этот раз мне попался, очень классный образец. И разбирать его у меня рука не поднимется. Я хочу его запустить. Привет, здравствуй, мой друг. Давайте тянуть не буду. Начнем. Этот выброс старого оборудования связи мне подсказал подписчик, прислав на WhatsApp пару фотографий. Вы только посмотрите на этот радиоэлектронный хлам. Да, большинство плат иностранных, таких как Tesla, но встречаются и советские образцы. Например, вот в этом КТ-602 есть позолота внутри. А про советский полевик я вообще молчу. Все разъемы на данном типе блоков позолоченные для того, чтобы не было никаких окислов при эксплуатации. Да, раньше золотишко не жалели. Во всей этой куче радиоэлектронного хлама мне попалась какая-то цветная клавиатура. Мне кажется, я раньше на кассовых аппаратах такие видел. То ли сенсорные, то ли мембранные кнопки, понять не могу. Слева меня заинтересовал вот этот слот. И тут я очень обрадовался. Это же советское ПЗУ. Но кто не понимает, это что-то вроде SSD-диска. И какое-то ПО там должно быть записано. К сожалению, никаких опознавательных знаков на корпусе нет. А любопытство, что это за аппарат, прямо плещется через край. Но не вскрывать же его здесь, на улице. Так что заберу эту замечательную находочку. И прихвачу еще рулон бумаги от телетайпа. Помню, что раньше на ZX Spectrum'ы наносили очень много символов на одну кнопку, но там вроде были команды. Я очень обрадуюсь, если там процессор Z80 стоит. Вот так будет подарок. Какая красота микропроцессорного произведения искусства времен Советского Союза. Сохранность самой платы, я бы сказал, на высоте. Все эти буферные регистры, ОЗУ, ПЗУ и другие радиодетали в основном 1988 года. А вот и самый главный в этой плате. Это микропроцессор 1801 VM1. Вот теперь началось вырисовываться понемножку, что это за фрукт. В общем, плата чем-то похожа на советский компьютер электроника БК. Насколько я помню, там черно-белые клавиши, а здесь мембранные. Давайте-ка спросим у Гоголя. Особо заморачиваться в поисковом запросе не буду, а просто напишу «советский компьютер с цветными клавишами». И вот он, красавчик, выпал в первых строчках. Это электроника БК-0010. Да, сбили меня эти цветные клавиши. Ладно, сейчас попробую найти инструкцию по подключению. И попробую запустить это чудо. А вдруг он еще и работает? Скажем так, шевелит своим 16-разрядным микропроцессором. И все-таки это оказался БКшник. Попробуем запустить. Вроде схема подключения есть. Сделаю обращение к волшебному ящичку, где можно найти, любые разъемы. Вот вывод у данного борда в основном задобрен 5-пиновыми гнездами. К сожалению, 5-контактные штекера я не нашел. Ладно, это не беда. Питание осуществляется по 3-5 пину, так что и этих штекеров хватит. 5-вольтовый блок питания я тоже не буду применять, какой-то специализированный, а запитаю от USB зарядки, предварительно взяв вот этот шнур, от старого телефона Motorola. Думаю, больше он никуда не пригодится. Если у тебя в сарае, на чердаке или в гараже валяется какой-нибудь старый неизвестный компьютер, и ты хочешь, чтобы я его запустил, обязательно дай мне знать в телеге, ВКонтакте или в Инсте на край. Кстати, ребята, те, кто подписан на эти соцсети, еще месяц назад знали, что я нашел этот хлам. И вообще видели уже другое видео, которое ты не увидишь на YouTube. Так что, если тебе интересно, давай-ка подпишись, не стесняйся. Ребята, момент истины. Сейчас я подключу к USB, и если этот аппарат работает, то клавиша должна издавать характерные звуки для БК. USB зарядная у меня с вольтметром и амперметром. Заодно и увидим, сколько потребляет комп. 1,2 ампера получается.
Работает балалайка-то. Хотя только пока в звуковом формате. Сейчас подыщем какой-нибудь монитор. Да, есть у меня еще остатки вот такой аппаратуры. К сожалению, весной она была залита дождем из-за дырявой крыши. Но все-таки я надеюсь, что найду здесь какой-нибудь рабочий аппарат. Весь этот хлам еще год назад должен был выехать на помойку в связи с ремонтом здания. Так что не надо мне тут написывать: «Ой, как вы небрежно храните такую ценную аппаратуру». Это всего лишь хлам. Есть у меня еще вот такой замечательный термопресс. Где я его взял? Ребята тоже видели в телеге. Короче, применяю я его не по назначению. Вот с помощью такого прессования крышек от PET-бутылок, да и не только от PET, я хочу попробовать сделать лист 2 на 2 метра. Ну а вот так очень неплохо расправляются PET-бутылки в листы. Короче, если кому интересно, сниму за него видео. Ну а ты давай напиши, что еще можно прессануть под ним. Да, что-то я отвлекся на свои будущие видео. Сейчас надо проверить монитор, а работает ли он вообще. Как видим, кинескоп рисует строки. Теперь мне нужен высокочастотный штекер для коаксиального кабеля. Конечно, можно было бы обойтись и без него, но, к сожалению, гнездо в мониторе такое. А вот на схеме меня постигло разочарование. На выходе здесь задействован второй пин 5-пинового штекера. К счастью, мир не без добрых людей. По знакомым я дал клич, и паренек, работающий звукорежиссером, нашел мне данную приблуду. Конечно, все это можно было бы сделать, подпаяв просто медные контакты и воткнув их по одному. Да и коаксиальный кабель с высокочастотным штекером здесь ни к чему. Ну не такая здесь высокая частота. Но мне же надо Я и видео-то думал, пойдет только на Telegram, а что-то разошелся, и мне стало уже самому интересно. В общем-то, это меня микропроцессорная находка как порадовала, что вообще запустился с помойки же, так и немножко разочаровал, потому что на нем стоит язык фокал, это очень редкий язык. Ну да ладно, не пальцем делали, что я пару строчек не накодил. Сейчас только проверки сделаем систему. Думаю, что вам не интересны комбинации клавиш для проверки памяти, клавиатуры и других систем. Этот язык мало чем отличается от бейсика, но все же есть небольшие различия. Например, номера строк записываются двухзначными числами через точку. Особого смысла это не несет, так просто для удобства. Группирование блоков, ну или, например, вызова под программы. Все команды, например, goto или print, вывод строки. Здесь, кстати, он пишется как тип. Можно писать просто одной буквой, не продолжая дальше слова. Это я так для наглядности пишу. Ну а вместо run даем команду go. Такой скрипт на бейсике я писал в кружке информатики в своем детстве, когда кто-нибудь отходил от своего компьютера. За перезапуск на холодную EVM тебя могли просто выгнать с кружка. Очень берегли компы. Так что с жертвы за пароль я требовал как минимум жвачку. Ну или в нос мог получить. Времена-то были лихие, даже для детей. Вообще большинству, кто на то время покупал компьютеры, программирование да нахрен не нужно было. Им бы игрушечки поиграть. Для этого в качестве носителей раньше использовали простые аудиокассеты. Вот так оно выглядело. Мне тоже хочется поиграть на этом аппарате. Давайте что-нибудь придумаем. Здесь я поработаю с аудиоформатом. И для этих целей мне нужен 3,5-миллиметровый джек. Для начала я заморочился. А где же мне взять кассеты с программами? И мне даже Александр предложил данный тип программного обеспечения на аудионосителях. Но, к сожалению, это почтовая отправка. А мне нужно здесь и сейчас. Нашел простенькую игруху Tetris. Гениальные парни написали конвертер с bin на wave файл. Так что конвертную игруху из телефона буду грузить вместо магнитофона. Какой же это приятный звук. Звук молодости, изучение микропроцессорной техники. Сейчас мне надо выйти из оболочки языка программирования путем комбинации клавиш PM в окно загрузки, после чего набрать имя загружаемой игрухи. Некоторым покажется, что монитор мерцает. Нет, в реальности картинка четкая. Это просто частота камеры не успевает за строчной разверткой. Вот и получается такая каша на ваших экранах. Tetris, конечно, не самая продвинутая игра. Да еще и для такой мощняцкой машины на то время, конечно. Тем более тогда уже были лопаты с Tetris'ом, которые можно было положить в карман.
Да, забавно поиграть на компьютере из Советского Союза. Но мне этого мало. Я хочу цветное соображение. К сожалению, вот к такому монитору по RGB не подключить. Синхронизация, разрешение другое. А что если попробовать подключить к телевизору? Я уже не буду вам показывать, как ходил в поисках кабельной продукции и разъемов на свой радиоэлектронный клондайк. Нашел обрезок VGA кабеля, ну и половину шнура с разъемами SCART. А кто-нибудь когда-нибудь задумывался, как переводится аббревиатура SCART? Докладываю! Это сокращение нескольких слов, и с английского это будет звучать «объединение производителей радиоприемников и телевизоров». Есть и другие названия – «Евроскарт», «Евро-АВ». В общем, вот такой кабель получился. Ух, и промучился я с ним. В разъем еще нужно подать 5 вольт, скорее всего, это логическая единица, чтобы ввод-вывод разъема понял, что к нему приходит RGB-сигнал. А возьму я эти 5 вольт, да с самого же телевизора. Ну не колхозить же, отдельный блок питания. Ну вот у малыша появилось цветное соображение. Давайте попробуем еще что-нибудь загрузить. Ну в общем глюков никаких, все отлично загружается. В цветном исполнении, ну очень офигенско выглядит, не так ли? Я даже нашел игрулю Star Wars. Я в детстве играл в такую, только на ZX Spectrum. А ты какие компы помнишь из своей молодости? Atari, Commodore, ZX Spectrum, ПК, гнилое яблоко под названием Macintosh, по-моему, на то время уже существовало. Но мне, к сожалению, так и не встретилось. Короче, я как нарик залип на неделю по этим совковым игрушкам. Ну нельзя меня допускать до такого ретро. В общем, проиграл почти 40 вариантов этого произведения искусства для геймеров. Некоторые попадаются вообще непонятные. Отличная балалайка. Ух, наигрался. К сожалению, у этого малыша нет имени. Надо исправить. Недолго думая, я решил распечатать лицо советскому ЭВМ. Ну а как без него? Постоянные мои друзья-подписчики, вы, наверное, заметили, что картинка стала лучше. Это просто я взял камеру другую попробовать. Стоит она, как если пересчитать световой год в километры? Снял для контакта и телеги, а получилось полноценное видео. Что теперь с ним делать? Может быть, разыграть между вами или продать на Авито? Пиши буквы под видео. Огромное спасибо вот этим ребятам, которые помогают мне денежкой на мои будущие самоделки. Спасибо. Но я с тобой не прощаюсь. Главное, не боли. И храни тебя Господь. До встречи, дружище. Наберу 1000 комментариев с одобрением «Да, разыграть». Значит, разыграем комп. У тебя есть какие-нибудь дурацкие идеи для съемок моих новых видео? Пиши буквы под видео. Не стесняйся.